На флаг равняйсь смирно, флаг поднять. Пробовала раньше. Четвертый раз. Как получается, сложно? Получается. Не сложно. А в чем секрет? Как нужно грести? Расскажи. Быстрее грести надо. Чтобы от остальных отбиться. Чтобы выиграть. Вообще, чем нравится тебе этот вид спорта? Ну, то, что гребсти. Нравится. Ну, то, что силу набираешь от этого от крепления, мускул появляется. А давно занимаешься? Да нет, уже третий год. Панику прекратить! Ты носишь еще! Ты носишь! Попробуем дать! Ваня, Ваня, Ваня! Вот так, ребятки, на рукоятку! Вот так вот, на рукоятку! Смотри, но... Ну, мы видим, что одна лодка уже немножко вырвалась вперед. Третьи, четвертые лодки идут очень ровно, идут все вместе, ребята. Уверенно приближаются к финишу. Молодцы. Есть люди, которые и ходят уже и 3-4 года заниматься, есть, которые первый раз пришли заниматься. Но у нас вид спорта гребля на лодках драконах очень доступная. И, соответственно, мы всем рады. И с первого раза всех получается грести. Кто пришел, сел, поехал. Все. Лишь бы ему было хорошо, одним словом. Понятно, здесь нет победителей, здесь нет ветеранов. Вообще в таких ментальных видах спорта победителей не должно быть. Все дети одинаковые, потому что это будет не очень красиво, потому что не разная степень заболевания. Кто-то будет сильнее, кто-то будет слабее. Это будет не очень красиво выглядеть. У нас все дети победители, все герои, все чемпионы.